Вячеслав Шпорт вручил ветеранам Великой Отечественной войны ключи от новых квартир. В ближайшее время благоустроенные квартиры в доме по адресу Сысоева, 19, смогут переехать Пелагея Ангарская, София Хрущева и Любовь Кузнецова. Ключи им вручил губернатор края. Вячеслав Шпорт поздравил ветеранов с наступающей годовщиной победы в Великой Отечественной войне, пожелал долголетия, тепла и уюта в новых квартирах. Губернатор подчеркнул, что обеспечение жильем ветеранов ведется в соответствии с поручением президента Российской Федерации и будет завершено к 9 мая этого года. Улучшить жилищные условия смогут еще 27 ветеранов, из них 5 пожелали получить единовременные денежные выплаты, остальные благоустроенные квартиры. «Хочу высказать слова благодарности за ваш труд во благо Отечества во время войны и в мирное время. Сегодняшнее благополучие нашего края – заслуга наших ветеранов. На их подвигах воспитываются новые поколения молодежь. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», – сказал губернатор. Пелагея Александровна Ангарская – это вдова участника Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда. Награждена медалями ветерана труда за доблестный труд в Великой Отечественной войне. София Титовна Хрущева – участник войны, труженик тыла, ветеран труда. С 1942 по 1946 годы работала телефонисткой в военизированной охране Дальневосточной железной дороги. Награждена медалью за трудовую доблесть. Любовь Федотовна Кузнецова – вдова участника Великой Отечественной войны. Ее муж проходил службу в особом отделе танково-самоходного полка в звании старшего сержанта. Награжден медалью за отвагу. С 2010 года возможностью получить отдельную квартиру в крае воспользовались 344 ветерана. Еще 428 нуждающихся в улучшении жилищных условий предпочли получить единовременные денежные выплаты. Всего улучшили жилищные условия 772 ветерана. Прием заявлений от ветеранов войны, нуждающихся в жилье, продолжается. Всего за 2008-2013 годы на улучшение жилищных условий ветеранов войны в Хабаровском крае направлено 1 миллиард 375 миллионов рублей. Из них 324 миллиона – средства краевого бюджета. Защита прав и интересов детей в Хабаровском крае выходит на новый уровень. На днях состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Краевым министерством образования и науки и Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства края, министр образования и науки края Андрей Базилевский и руководитель Следственного управления Кирилл Левит. Предметом бессрочного соглашения стало взаимодействие сторон по вопросам государственной защиты прав и законных интересов детей, прежде всего пострадавших от преступлений или оказавшихся в социально опасном положении. В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия по выявлению, устранению и предупреждению нарушений прав детей, предотвращению преступлений против несовершеннолетних, а также оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям, подвергшимся насилию, и их родителям. Важной частью работы станут выезды в образовательные учреждения для профилактики детской и подростковой преступности. Кроме того, Министерство образования и науки края окажет Следственному управлению необходимую консультационную поддержку. Так, следственные действия с участием несовершеннолетних будут проводиться совместно с психологами, что позволит минимизировать последствия психологических травм у детей. Экспериментальной площадкой для такой работы станет город Хабаровск. Как заявил Кирилл Левит, подписание данного соглашения стало возможным благодаря активной поддержке губернатора края Вячеслава Шпорта. Документ, регламентирующий совместную работу регионального правительства и Следственного комитета Российской Федерации в сфере защиты детей, создан на Дальнем Востоке впервые. Противодействие подростковой преступности и безнадзорности сегодня очень актуально. Подписание соглашения – значимый шаг к оптимизации данной работы и объединению усилий. Цель документа – реально изменить ситуацию к лучшему, отметил Кирилл Левит. По словам Андрея Базилевского, в ближайшее время участники соглашения планируют создать в Хабаровском крае специальный мониторинговый центр, который будет координировать действия всех структур при пропаже детей, а также обеспечивать своевременную медицинскую, социальную и психологическую помощь детям из неблагополучных семей. С 1 мая текущего года соответствующее подразделение будет создано на базе Краевого центра психолого-медико-социального сопровождения. Начнется набор волонтеров, подготовка нормативно-правовой базы. Надеемся, что с 2014 года мониторинговый центр заработает уже как самостоятельная структура, сообщил министр образования и науки края.
правительстве края состоялось заседание Совета инновационного территориального кластера авиа и судостроения. В заседании приняли участие представители инновационных компаний из разных регионов страны, федеральных министерств, ученые. Провел совещание министр промышленности и транспорта края Владимир Быченко. На совете состоялось обсуждение планов по созданию регионального центра инжиниринга как ключевого структурного элемента технопарка. Это основное мероприятие в плане работ кластера на 2013 год. Планируется, что региональный центр инжиниринга возьмет на себя весь цикл работ от разработки продукта и технологии до запуска их в производство и сдачи заказчику. Часть этапов этого цикла РЦИ выполняет самостоятельно, а часть размещается по субподряду на предприятиях-участниках и партнерах кластера авиа и судостроения края. Направлениями деятельности РЦИ будут инженерный консалтинг, промышленный дизайн, 3D-моделирование, трансфер технологий и проектов для малых и средних предприятий, развитие системы контрактации со странами АТР, образовательные программы. Заказчиками услуг РЦИ будут являться предприятия и организации инновационного территориального кластера авиа и судостроения, а также зарубежные компании. Также шла речь и о механизмах получения финансовой поддержки кластеров из федеральных источников. С докладом выступил начальник отдела стратегического планирования и институционального развития Минэкономразвития Российской Федерации Владислав Тарасенко. Он отметил, что на федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. Владислав Тарасенко также обратил внимание членов Совета на возможность включения мероприятий по кластерной политике в федеральные и региональные целевые программы.